Итак, ребята, всех приветствую. Это новый формат Арканской кинолиги. И у нас сегодня челлендж будет развлекательный. И поэтому встречаем команды. Ну, ко мне быстро. Паша Гизерян, Валентин Коваленко, Иван. Иван? Иван. Алексей. Ты крыса. Артем Манукьянов, да, настоящий. И Самвел Довтян, лучший тренер в тех времен АХЛ армянской лиги. И вратарь, который согласился на этот челлендж, Артем Кердун. Молодец. Артем Кердун. Молодец! Валю забыли, Валю. Молодец. Валя был первый. Короче, по жеребьевке сейчас выберем команды. Я считаю, что должен это сделать независимый игрок. Артем. Наше первое задание, Под музыку Карена, конечно. Также по жеребьевке мы вытягиваем историю, где написано, как забить булит, но вратарь об этом не будет знать, он катается. Поэтому начнем, у нас мало времени. Давай, так, что? Так, у меня? Чего? Это кто нас сделал? Булит спиной? Группа не знает. Ангелин, это ты придумала булит спиной? Какая-то боль возьмёт. Давай, Паш, ты на нас выкинешь. Паш, что у тебя? Булит или полезался? Только ты Честно, было красиво, но завершение плохое, поэтому 1-0, пока мы ведем нашу команду. Вот наша команда, Семинос. Да, наша команда. Наконец-то он вспомнил о своей команде. Лучше вытащи пока что какой-нибудь. Я бы из-под ноги. Давай, ну из-под ноги не бросаешь. И Дацук выходит. Ладно, я сейчас забью гол. Сучка. Поставьте здесь музыку. Ну что же, очередной буллит от Артема А.К. Манукяна. Глаза закрой. Сейчас нарезки полетят вообще. Вангуй, вангуй, что будет? Мелстрой отдыхать будет. Булит с финтом, булит с финтом. И оттуда пошел сразу. Давай, Тёмыч, где же? Жи. Это был не фит, это было космически просто. Артемий, это самый часто используемый финт его. Дальше Валентин Коваленко. Давай. Покажет мастер-класс по-любому. Ты глаза закрой, куда ты смотришь? Да, да конечно, когда смотрю, говорю, есть вот. Там все перевернуто было. Что это? Булит желание. Это мы загадываем тебе. Давай. Давайте не загадываем, такого там. Блин, охрен. Ну и интересно тоже. Лакросс. Да как лакросс на булитах? Пусть покинет и бросит. Не лакросс, а чтобы он вот так поднял? Или слышишь, падение ему падает лицом туда. Слишком хорошего мнения. Нет, попробуем. Ну это подкинь, да? Давай. Давай, Карен, рассказывай. Короче, он сейчас будет типа подкидывать, я так понял, и шлепать, как в бейсболе. Сейчас посмотрим. Давай, Валь, не подведи нас. Yes, sir! Можно пересилить, я не знаю, но как-то он... Нет, конечно. Это было ужасно просто. Не, он правильно, он не поднял ее. Не, нормально. Не поднял? Ну, у меня не поднялась. Ну, у Вали не получилось, поэтому мы едем дальше. У нас последний участник, это Самвел Довтян, который я уже заранее вангую, он сейчас забьет гол. Не важно какой, хоть с ноги, хоть с руки забьет. И вытягивает что? Булит со щелчка. Это его любимая. А кто писал слово? Просто ради интереса, кто скончался русская школа? Посмотрите, пожалуйста. Возможно, это я, но не точно, короче. Ну давай, давай, братан, все, бери шайбу. Я тебе говорю. А ему мешать можно? Бра. О, да. Не забил. Да.
Ребята, мне кажется, мне приснился кошмар, потому что Сандал не забил такого в жизни. Не может быть такого. Да любому это сон. Ну-ка, подожди. А как было щелкнуть? Надо? Не, не сон, ребята. Это первый раз в жизни, когда я видел, что Сандал не забил. Ребята, короче, получилось так, что первое задание закончилось, и у нас ничья, потому что забил я и с моей командой, с нашей командой, и Артем Манукян. И поэтому счет 1-1. Давайте сделаем ничью. Счет 1-1 по очкам. Поэтому едем дальше. Короче, задание, кросс-бар. Мы сейчас по очереди, по команде, у каждого человека по 5 шайб. Кто больше его попадет по перекладине, соответственно, очков и больше. И тот и выигрывает. Начинает наша команда, поехали. Лёшка. Так, быстренько начнем. Мимо. Не попал. Не попал. Скорее всего. Не попал. Не попал. Последняя залетит. Залетела, но не в ворота. Все. Блин, следующий из нашей команды. Я всегда просто туда только попадаю. Я не знаю, почему так получилось. Следующая команда начинает, Артем Манукян. Следующая команда. А до этого были какие прошлые? Поправил прическу, братик? Да. Ой. 1-0. 1-0 в пользу команды, ребят. Короче, потому что мы не придумали команды, но сейчас обязательно придумаем. Хорошо, Лёш. Первая, да? Да, определил, да. Определение номер два. Определение номер домой, три. Домой, Лёш. Ой. Это чё? Это последняя или у тебя ещё есть? Нет, ещё одна. Со щелчочком, пацаны. Блин. Ещё всё, пацаны. Это, короче, 1-1 опять чуть-чуть ничья, но я думаю, сейчас Самвел Давтян. Не, у нас Паша бьёт. Сделает конкуренцию. Паш, давай, да. Не почти. Было. Не было. Не было. Было? Не было. Дай мне. Эй! И ей же надо было, ей же. Не надо. Хорошо. Ай, хорошо. 2-1 мы проигрываем. Валя, у нас есть Валентин Коваленко. Мы его держали специально в последний момент, потому что он самый лучший вроде в команде в Армении. Сильно. Что-то мне кажется, звали обосрется. Он самый тебе четкий. Он, блин, смотрите. Давай. 5 из 5 залетит уверенно. Первая пошла. Вторая. Ничего себе, парень. Не было. Что там? Три попадания. Три черкануло. 4-2. У Самвела последний шанс победить нас. Надо последний шанс победить нас. Давай. Не, я подвел. Роман Ротенберг гордится им. Nope. Ты не идешь. Nope. Все. Nope. Со счетом 4-2 мы выиграли. Молодцы. Пацаны, молодцы. И получается, счет уже не 1-1 общий, а 2-1 мы выигрываем. Поехали дальше. Третье задание, да? Какой? Я не знаю, ты загадывался. Не расскажешь эмоции, лучше как тебе. Круто! Классные следующие команды были. Ребят, третье задание будет чуть-чуть похожее, но встанет уже на ворота Артем Кердун. И у каждого из игроков будет по... Давайте 5 попыток, да? Или по 3, может? Давай по 3. Да, по 3 попытки забить, короче, гол. И также, соответственно, будем смотреть, кто больше голов забил, тот и выиграл. Давай. Звезда перцев! Хорошо! Подлин. Еще раз, так. Хорошо! Подлин, залетит! Подлин. Я знал, что это будет! Это молитва? Это что было? Прикурил. Давай, Артём. Стой. Хорошо! Тем дальний. Ай, хорошо. 1-1. Не было. Хорошо. Близко не подъезжайте, парни, дали. Ой, 2-1. Ой, хорошо. 2-1 заканчивается этот раунд. Следующий бросает Павел Егизарян. Давай, пошел. 2-1. Пошел! Давай, Тёма, сыгри! Да, не спеши. Да, расслабься, Паш. Ай-яй-яй, 2-0, напряжёночка. Расслабься, не видно.
Хорошо. Расслабься. Счет серии 2-2 пока что. У нас опять свалили наше оружие. Давай, Валя! Валя! Там не то, что забьет, он сейчас штангу сломает. Давай. Как же ты восхваляешь, Валя, уже сейчас посрется просто. На разминку. Раз. Хорош! 3-2. Он в девятку целится. 4-2. 4-2. Сука, мне на 3 забивает, да? Я опять соответственно со Самвелли. Ну, Самвелли. Как, скажи. Хорошо. Самвелли. Мотивацию надо. Пару слов перед тем, как вот сбросить, скажи. Следующая команда бросает. Все. 4-3. 4-4. Давай, Тёма. Есть, сэр. Команда Самвел Давтян и его шайка выигрывают в этом раунде. Шайка. Короче, получается, в серии счет был 2-1, сейчас стал опять 2-2. Короче, ребята, финальный конкурс будет такой, что надо, вот у нас сейчас ничья, и надо будет с центра поля каждому игроку попасть также верхом, то есть не касаться льда, поворотом. Давай. Давай сделаю. Все, поехали. Блядь. Я сделал сильнейший, это. Сильнейший. По одной лучше. Мне там... Силы. Хорошо, Алексей. Финал. Снизу. Счет 1-1. На кейту, Валя. Давай, Валенька. Валенька. Не было. Вы что? За линией она была. За линией было, ты что? Да вот это же сейчас 2-1. Еще в серии 2-2 опять. Почему 2-2-то хоть? 3-2 мы выиграли тебя. Почему 3-2? Он же с Валей попал. Ты здрасте, приехали. В смысле он с Валей? Валя не попал. Как не попал? Да не было там. Вы что, она до линии? Давай вар посмотрим. Не, ну тогда у меня тоже попал. Нет, у меня тоже так считают. Завершим эту серию, чтобы точно понять, кто победитель. Давайте, счет 3-2 у нас получается. И последнее задание, которое я назвал чеканка, то больше всего... Вот объясните мне, 3-2 мы выиграем, он говорит, ну, чтобы определить победителя, надо еще раз... Не-не, я говорю уверенного победителя. 3-2 это не так уверенно. Ну, короче... Да уверенно мы вас наказали, едь за шашлыками. А вы... Не-не-не. Что не-не-не, да-да-да. Да, быстро расскажу. Задание, короче, будет в том, берем одного типа с команды, то есть не каждый уже будет, да? То есть будет на одном ответственность. И кто больше прочеканет, тот и выиграл. Либо будет ничья 3-3, и мы расходимся на хорошей ноте. Либо мы проиграем счету 4-2. Так, короче, мы сейчас начинаем чеканить. Третье задание. Каждый игрок с команды будет чеканить. И посмотрим суммарно, сколько получится, и тот и выиграл. Все, давайте. Я правила так поменяю. Давай, Паш, начинай, ладно. Старшим поступаем. Паш, помочь можешь чем-то? Все, поехали. Не так. Могу клюшку одолжить, ей удобнее. Поехали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать. 14 раз. Не-не-не, и все, теперь на Саше команда идет Валентин Коваленко. Давай, Валя. Давайте галдеть, побыстрее сделаем это, ребят. Давай, Валя, не обосрись, братан. Валя, раз. Давай. Хорошо, Валя. Наберешь. Ребят, ну я что? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Восемь. Все, Валя, отсос Петрович. Восемь. И давай быстрее, Самвел. Давай, Самвел. Кто, я? Ты да, сейчас. Восемь. Ты. Давай. Нет, почему? Нет, а ваша команда? Нет, почему? А, Валя делал. Да, вы. Раз, два. Это СКА. Давай еще, подожди. Да ну не гони, ты что тут до победного? Давай, ладно, давай. Раз, два, три. Его прислали сканом. Усилить. 9, 10, 11, 12, 13. Хорош! 17, 16, 19, 20, 21. 21. Ромар, это верно, позвонит на связи там. Лёх, давай, Лёх. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Короче, ребят, мы заканчиваем поражением. Мы проиграли, наша команда, я, Валя и Лёха. И у нас есть наказание, которое вы увидите в конце видео. А, блин, нормально.
Блин, если ты так Валя сделаешь, вот то, что офигеть, я тебе клянусь. Не, Валя, надо аккуратненько. Валя, я сделаю. Валя болеет холодно, ребята, короче. Не так жестко, ты че? Оп, хорошо. Валя закаленный, смотрите, как. Блин, еще холодно, ребят, я вообще перцы, любовь, one love, болейте за перцев. Ну и за пленек некоторые могут болеть. Валя, красавчик. И следующий будет Алексей Янцеловский. Если вам понравился такой формат, то подписывайтесь. Ставьте лайки, пишите в комментариях, мы будем делать. Короче, лох, ты проиграл, это не относить, я тебя жестко не буду. Даже мне холодно стало, братан, все. Теперь пердуш, а смотрите, ребят, короче, если вам понравился челлендж, я уверен, вам понравился челлендж, то подписывайтесь, как я сказал, ставьте лайки, и будет следующее наказание пожестче. Из наказания, кстати, можете в комментариях тоже писать. Всем пока, спасибо за выпуск.